Сенсей утешал мальчика, горевавшего, потому что его старший брат готовился отправиться на битву. Сенсей спросил: «Мальчик, почему ты плачешь? Вы оба являетесь частью семьи, а семья — это узы, которые ни война, ни раздор, ни пренебрежение не могут разрушить. Я выбрал эти джунгли для тренировки не случайно, Леонардо. Легенда гласит, что давным-давно этой землей правили древние воины. Прыжок – основное движение ниндзя. Но иногда длинные прыжки могут потребовать дополнительных усилий. Да! Ты можешь забраться очень высоко, подпрыгивая снова и снова, когда находишься в воздухе. На монеты ты можешь приобретать различные вещи. Но прежде тебе необходимо будет выполнить свою миссию. Да, это не Нью-Йорк. Несколько лет назад, исследуя джунгли, я нашел затерянный храм. Там, в священной комнате, я оставил медальон, который дает своему обладателю огромную магическую силу. Будь внимателен к тому, что тебя окружает, сын мой. Прячься за выступами поверхности, взбирайся по ним, прислоняйся к выступу, чтобы слиться с ним. Чтобы перепрыгнуть с одного края обрыва на другой, просто двигайся в нужном направлении и, выполнив прыжок, попытайся ухватиться за край. Найди храм, Леонардо, доберись до священной комнаты и возьми медальон. Нужно забраться повыше, если я хочу найти храм. Стоя между двумя близко расположенными стенами, прыгни на одну стену и, оттолкнувшись от нее, прыгни в направлении другой стены. Повторяя эти действия снова и снова, и ты взберешься наверх, не цепляясь за края крыши. Когда ты прыгаешь на стену, ты можешь взбежать по ней или, оттолкнувшись, перепрыгнуть на ранее недоступный уровень. Чем чаще ты используешь боевые приемы, тем больше ты узнаешь о том, куда лучше применить их. Рассчитывай свои удары, чтобы держать противника на расстоянии и тем самым позволить себе отвлечься на другую угрозу. Находясь в воздухе, сделай атакующее движение, и земля сотрясется, когда ты приземлишься.
выбирает наиболее доступные выступы и впадины, чтобы карабкаться по склонам обрыва. Сплинтер не шутил, он прекрасен. Сплинтер учил нас. Каждый раз, когда мы уничтожаем злодея, наша внутренняя сила растет. Уничтожив 10 злодеев, мы сможем использовать эту силу с поразительным эффектом. Но если нас ранят, наша карма будет нарушена, и сила начнет покидать нас. Самое прекрасное, что я когда-либо видел.